Добрый день, дорогие партнеры, гости. Я хочу сегодня поделиться с вами результатом. Я пришла по здоровью своего мужа в 21 году в октябре месяце. И вот благодаря только нашей компании я его вытащила с того света. Я благодарю. У него был геморрагический инсульт. Там не было, правая сторона полностью была парализована. И у него не было, короче, ни движения, у него весь кишечник пострадал. Самое главное, пострадала у него голова, конечно. И вот за счет нашей продукции, услышьте, пожалуйста, потому что очень много сейчас таких случаев, когда происходит такое. Просто я очень жалею, что я поздно пришла, поздно узнала о нашей компании и потеряла 2 года. Но вот в течение сейчас вот 2 лет мы оздоравливали его от геморрагического инсульта, а получили, вы представляете, уникальные результаты. У него была подагра, она прошла. У него были грибки 40 лет, они прошли. Вот понимаете, у него вот было очень много заболеваний, которых мы как бы не лечили и не обращали внимания. Но наша продукция в BM-Team сделал свое дело, он сам нашел те места слабые, которые надо у него оздоровить. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Услышьте, пожалуйста, меня. Маргарита, вчера Маргарита стала изумрудом. Браво! Она вытащила. Геннадий, видите, пожалуйста, середину зала. Поблагодарите вашу жену. Когда они получила. И еще получила статус вчера. Представляете? Браво! Поблагодарила за то, что я Маргарита, возьми его за руки. Когда я первый раз их увидела, я думала, это дочь с отцом пришли к нам в офис. И посмотрите, ваши аплодисменты нашей семейной паре, самой счастливой, долгим годом в жизни. Садитесь, спасибо вам большое. Года. Результатов много, но скажу о родной сестре. У нее поликистоз почек, и она на гемодиализе. Она очень долго меня не слышала, пока вот не попала в такую ситуацию. И вот с апреля месяца, сейчас 8-й месяц пошел, мы пьем. Я, конечно, попыталась обойти всех врачей, в том числе наших официальных врачей, которые давали только один вердикт – надежды нет. У нее не работают почки, у нее не работает печень, у нее не работает селезенка, в общем, ничего не работает, только сердце. И вот мы 8-й месяц сейчас пропиваем. По хорошим дозам, никаких дозировок. Я вот сразу призываю вас, сколько не жалко, давайте человеку и Феникс, и все остальные наши продукты. Никаких, знаете, каких-то жестких схем нет у нас. Человеку нравится, он пьет и дальше. И вот посмотрите, мы каждые 1.5-2 месяца сдаем анализы, каждый раз какие-то подвижки, началось снижение креатинина, началось снижение мочевины, а вот буквально неделю назад были анализы, и, ну, извините, у нее, прошу прощения, уже обильное мочевыделение. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нее восстанавливаются почки, и моя сестра будет жить. Не выбирает возраст, могут заболеть и грудной ребенок, и 90-летний старик. Я убедилась в этом, когда заболела маленькая племянница. Всего 2 недели от рождения, и когда по совету уже был результат, что жить не будет. И капельно, это было в Америке, капельно, эликсир Феникс. Мама этой девочки, Грейси, сейчас говорит, первое слово будет «пахоу». Представляете? Я победила онкологию, опухоль височной кости. И мне предрекали, что память ухудшится. Это
же знаешь, какая у меня память, да? Я читаю поэмы сейчас. 5 лет прошло после операции. Благодаря нашей продукции я поняла, богатство не в золоте, добытом кровью. Богатство и сила народа, здоровье. Его ты не купишь, его не продашь. Его берегите, как сердце, как глаз. По нашим фахом мы будем фахом, будем жить до 120 лет. Спасибо большое. Құрметті хан, бүгін мен шықпасам болмас. Осы корпорацияның арқасында өзіме қазір өте қымбат импланттан салдырып атыр. 2 миллион теңгеге. Айтпасам болмас. Өте қуаныш. Соған қарамастан шықтым. 10 жылдың ішінде Қарлығаш Құрманалиева, Жанар Асқараға мың-мың алғыс сіздерге. Барлық проблеманы мен шештім. Інімді құтқардым, жұмыс істеп жатыр. Сіңлімді құтқардым, болыңыздып, қазір жұмыс істеп жатыр әкиматта. Семьядағы барлық проблеманы шештім. Қазір өзім жазылдым аурудан. Бармаған жерім жоқ. Барлық жерге, бәрінде 6 келін алдым. Бәрінде өзім осы корпорацияда бемнен осы бұлты құлап, мына қолымнан гипс жүргенде операция жасайым деді. Ең сложный операция мына жерге жасау екен. Содан жасайым ба, жасамайым ба деп жүгіріп жүргенде, хирург маған айтты, сіз лечение қабылда, сонан кейін көреміз деді. Мен үйге келіп бенді қабылдадым. Мне 100% жазылды. Тимді қабылдадым. Тимге мен постоянно мұздап жүретін. Күні түні жазда да мұздап жүретін. Тим мені құтқарды. Міне 6 ай менен гной күндіз түні аузымнан таң қалам. Қайда сол, қай жерде жүргенді мен білмеймін. Күні түні түнімен сонда гнойный очистка шықты. Қазір 100% жазылдым. Осы корпорацияда істеуге барлық жағдай бар. Рахмет сіздерге. Здравствуйте, дорогие гости, партнеры. Хочу поделиться результатом. По показаниям мне вырвали зуб мудрости. Процедура была тяжелой, кость твердая. Надо мной работали 2 хирурга по очереди в течение часа. На прощание они мне написали простыню медицинских аптечных лекарств. Я пришла домой и употребляла только Феникс каждый час по глоточку. Через 3 дня я пришла снова на осмотр, открыла рот, врач сказал, так не бывает, моя рана покрылась новой свежей кожей. И в этот момент я поверила в чудо исцеления Феникс, и с тех пор я употребляю и рекомендую только продукцию Фохоу. Спасибо! И партнеры, добрый день, дорогие гости! С праздником! Меня зовут Елена Сизова Гусара, я сюда пришла по состоянию здоровья, но я оздоровилась. Сейчас обо мне не будем говорить, потому что я молодая, красивая, цветущая женщина, мне уже 40-45 дают. Знаете, я не знаю, через год может быть и 35. Самое главное, я хочу рассказать вот о чем. Дорогие наши гости, услышьте. Была женщина 45 лет, у нее была онкология, саркома. Вы знаете, я, конечно, не медик, особо таких слов не знаю, но муж мне позвонил, сказал, жена умирает, 4 детей, что мне делать? И вы знаете, пропивая нашу продукцию, 1,5 месяца онкология отошла. Эта девушка сейчас купила БЭМ, наш партнер. Они всех призывают, они приходят, обучаются. Это вообще, знаете, вы ее не узнаете, она такая красавица стала. И недавно я поехала в Тарас, подружка позвонила, говорит, срочно приезжай, у меня тетя умирает. Я приехала, у женщины куча заболеваний. 30-летний там цистит, сахарный диабет, давление, в общем, все-все. Она упала в больнице, у нее была трещина на позвонке, лежала 3 месяца, в общем, куча-куча. Я прихожу, смотрю, она, знаете, действительно, как усохший цветок. Я ей сделала массаж. Нашу продукцию на 2-й день женщина встает.
Это же здорово! И вы знаете, купили Бэм, сейчас употребляют, и мне ее тетя, которая ухаживает за ней, говорит, вы представляете, говорит, как не верить, если, говорит, кровь я не могла вытащить с ее рук, вот ткну, говорит, кровь не идет. А я, говорит, ткнула, говорит, иголка, а кровь на меня как хлынула, говорит, представляете, это о чем говорит? Это такое оздоровление, женщина стала и начала ходить. Благодарят наш. Я хочу вообще призвать наших гостей. Поднимите, пожалуйста, руки. Есть гости среди нас? Пожалуйста, поднимите руки. Чего так мало наших гостей? Вы знаете, гости дорогие, вы сегодня сюда не случайно попали. Потому что вы что просили у Всевышнего каждый день? Вы просите здоровья и деньги. Правильно? А Он вам указал дорогу, путь. И ваш, кто вас пригласил в гости, ваш родственник. Меня зовут Оксана, я партнер компании, мне 51 год. Чудесным образом я оказалась в этой компании несколько лет назад, благодаря удивительному человеку, тоже вышестоящему спонсору. У меня было множество заболеваний, я была тогда на просто уже перед операцией практически. Я собиралась в Астану ехать на операцию, по-женски у меня серьезные проблемы были, гормональные нарушения. Полная, отекшая. Я тогда себя чувствовала на 70 или 80 лет, это честное слово. Стрессы, после стрессов три сотрясения, варикоз ужасный был. Это совсем не я была. Я благодаря продукции нашей по системе регуляции очищения, восстановления, это мизер сказала, что у меня было, это... Я сейчас другая совсем, я чувствую снутри другой, снаружи другой. И здоровая, прекрасная, успешная, это самое богатая. Важное. Я желаю всем здоровья, счастья, радости. Спасибо, спасибо. Оксана, это вы у нас есть. И огромная благодарность, Диана Фалькова, тебе за то, что я когда-то благодаря тебе опять-таки попала сюда. Ну, меня лично особо ничего не беспокоило, потому что я еще совсем была моложе, как-то все так ладно-складно. Но мой папа, я единственная дочь, я не знаю, откуда у него всего взялось, но почему-то я тяну теперь этот вот паровоз. В общем, он бесконечно в своей жизни болел пневмониями. Пневмония – это тяжелое заболевание, но потом настал ковид, он ей тоже очень тяжело переболел. В общем, в итоге все у него это переросло в хобл. Хобл не лечится, и вот наш врач высшей категории в Алмате, она уже звонит, говорит, Настя, ну я не знаю что, ну давай закупим какие-то БАДы ему. Ну какие БАДы? Те БАДы, которые мы многие используем, знаем. Но я наблюдала за своими подругами. Я видела, что результата ни у кого нет. То есть все это тщетно. Они это покупают, пихают своих детей сами. А ВОЗ и ныне там. И вот благодаря Диане, я не знала, что есть продукция. Она говорит, конечно есть, приезжай. Я думала, только БЭМ. Ну думаю, БЭМ это как можно выучить эти техники, я вообще от этого далека. В итоге все препараты начали работать. Папе нельзя было делать БЭМ, у него еще был помененный хрусталик, там с глазами все сложно. Он пропивает продукцию строго по схеме. И что вы думаете? То есть у нас идет акцент на легкие. В общем, хобла у него сейчас нет. Просто сняли. Он выходит на улицу, чистит снег. Раньше вы были там 15 минут на холоде, это опять бронхит. У нас есть своя девочка, которая ставит капельницы, вот свой пульмонолог. В общем, этого нет. Но плюс, у него еще и подагра была, а ее не стало. То есть вот это по принципу ты лечишь одно, а бонусом получаешь такие исцеления сложных болезней, которые не лечатся. Ну, еще что, вот у папы много уже вот такого, но самая хроника, ее не стало. У меня ребенок 6 лет, и многие мамы мучаются у детей, как правило, там отиты, аденоиды, там 5-6 лет, переходный возраст. И вот, кстати, недавно тоже многие болели, но не мы. Мы болеем, если то очень легко. Температура 40, уши за 2 дня всего лишь, там наш кардицепс, наш алоэ, там чип из прокладок, как бы это ни звучало, может быть смешно. Но ребенок у меня в строю, его хоккейная команда ребятам делают уколы, они меня не слышат многие. Как бы я ни стучала. Вот, пожалуйста, гости, которые здесь, да, до этого сказали, не теряйте свое время, это все работает. Ну, а сейчас у нас в семье есть здоровье, слава богу. Теперь у нас с сыном две копилки. У нас, значит, клюшка хоккейная, другая копилка на море, и ФХУ есть все. В другом месте я уже больше не буду. Спасибо, спасибо большое. Смотрю, сегодня много, да, гостей у нас. Ну-ка, поднимите руки. С наступающими
всех Новым годом, я хотела поделиться очень хорошим результатом своей семьи. У меня у папы артрит коленного сустава, грыжа позвоночная. Пропив продукцию по системе, я приезжала, делала ему сеансы на БЭМе. У нас колоссальный результат. Отец стал ходить бодренький и очень довольный. И они приобрели себе биоэнергомассажер. Спасибо большое за внимание. Не думайте, приходите. Здесь вся продукция помогает от мала до велика. Гости, партнеры, вы знаете, сидела, думала выйти, не выйти, потому что боялась расплакаться. Меня зовут Фалькова Диана, я Алмаз Корпорации, и для нас, для моей семьи конкретно, осень выдалась очень трудной. Мой папа, который всегда обладал сильнейшим духом, никогда ни на что не жаловался, 13 сентября он потерял память. У него случился микроинсульт, и как выяснилось, когда мы начали бегать от одного специалиста к другому, что у него было 4 микроинсульта, перенесших на ногах. И он никогда не жаловался, что у него где-то что-то болит, что-то тревожит. Он всегда такой молчун, с очень сильным духом. В общем, мы растерялись, я растерялась, как все здесь сидящие люди, даже партнеры. Было очень много сомнений. Я подключила всех своих знакомых, близких, родных, всех крутых врачей нашего города. Никто не мог поставить диагноз. Никто не понимал, ему на живую брали анализы, его ничего не берет, ни наркоз, ни лекарства, ничего. Ему сделали пункцию позвоночника практически на живую, чтобы исключить менингиальную инфекцию. В общем, он страдал очень сильно, никому об этом не говорил. Я взялась за него сама, потому что говорю всем гостям, что вам каждому нужен наш БЭМ. Потому что так, как занимается своим родным и близким сам семья непосредственно, никто не будет заниматься. Я занималась с папой и до сих пор занимаюсь каждый день. Вы знаете, в итоге мы восстановили память, мы восстановили речь, у него полностью вернулась память, у него был тремор правой стороны, сильнейшее заикание, он не мог вспомнить нас долго, не мог вспомнить какие-то факты своей жизни. Сейчас все это полностью восстановилось за 4 месяца. У него есть еще небольшое заикание, но это в прошлом. Он постройнел на 19 килограмм, бросил курить, стал гулять пешком очень много, изменилось питание. И когда сейчас все родственники лезут к нему с какими-то советами, это еще не все, что мы прожили. По вине врача, сильнейшего невропатолога города Алматы, потому что моя мама не могла довериться полностью на Фухо, как и все люди, она немножко сомневалась, потому что это такой сильнейший человек, с которым было всегда интересно поговорить, и у него был очень сильный дух, он спортсмен в прошлом. А здесь безвольный и маленький ребенок, который плачет по любой причине. Как сказала моя старшая дочь, мама, за всю мою жизнь мой папа никогда мне не сказал, что, дочь, я тебя люблю. Когда он заболел, когда он ждал меня, он звонил и говорил, я тебя так сильно люблю, больше всех на свете. Сейчас, как он, представляете, по вине врача, 20 дней на обезболивающих жил, потому что врач передозировку сделал. Невропатолог в 5 раз превысил дозировку, у него пошла сильнейшая аллергия. Он отек, он не мог ходить, у него потрескались ноги, кровоточили ноги, шел гной. Я нашей сывороткой и гелем алоэ держала вот так в руках его ноги, обрабатывала. Он говорит, дочь, это не брезгуешь. Я говорю, нет, папа, надо, я их буду целовать. Я говорю, ты будешь жить, ты будешь ходить, с тобой все будет хорошо. Я в это верю. Никто не верил, только он и я. И моя мама. Все родственники стали звонить и спрашивать, что происходит, что, как помочь, что. Он говорит, ко мне никто не лезьте, пожалуйста, у меня есть свой лекарь, это моя дочь и ее волшебный чемоданчик. И вы знаете, вот так я его восстановила. Сейчас очень-очень сильно поменялись отношения, конечно, в семье, потому что это был большой урок, испытание для всей семьи. И моя старшая дочь сказала, мама, эта болезнь научила нашего деда любить. Он всегда молчал об этом, а сейчас он научился говорить. Но это еще не все, вы знаете, это не все испытание, которое мы прошли. У меня младшая дочь заболела сильнейшей корью. Пошла волна кори сейчас, и вы знаете, да, все детки переболели очень сильно. И вот моя младшая дочь из всего класса, как выяснилось,
Ее обсыпало за сутки так, что не было живого места. Она 3 дня не поднимала голову. Представляете, 6 лет ребенку с подушки. Она не могла кушать. Была сильнейшая интоксикация только продукцией Фо-Хоум. Я ее отпаивала, носила в туалет на руках. Полностью мы восстановились. И самое главное, когда я потом стала читать про это заболевание очень сильно действует на сердечную мышцу и на нервную систему, и на костную структуру организма молодого ребенка, человека. Да? И мы полностью восстановились. Мы очень быстро вышли, легко вышли. Поэтому сейчас все, кто болеет корью, они пишут мне, обращаются. И я говорю, доверьтесь нашему Фениксу. Это сильнейший антибиотик, который вытащит это заболевание. И самое главное, без вреда для здоровья на будущее ребенка. Самое главное, будут здоровые почки, кости и здоровое сердце у вашего ребенка. Благодарю за внимание. Осы компанияға алғысым чексіз, осы жерден өз денсаулығымды түзедім. Әлия Айдарханқызына, Ажымат Қамзаұлына, және Дамира Серікқызына, кімге, Ғалиға алғысым чексіз, осы жерден мен денсаулығымды түзедім. Енді бала шағаларым деп, әнеугіні осы бір жұмадай бұрын әті, гриппен ауырып, кішкентайларымыздан бастап өзім ауырып. Осы жердің продукциясынан алып, емделіп, не, алғысым шексіз. Мың да бір рахмет. Рахмет, рахмет, Акулова. Здравствуйте, уважаемые гости и партнеры. Меня зовут Нуржан, КЗА 627. Расскажу свой личный опыт. После БЭМа-массажа, после первого массажа у меня начал зажевать палец, был грибок на пальце, который меня тревожил на протяжении 1,5 лет. И потом меня начали кровоточить десны, я почистил зубы, 2 дня и у меня перестали десна кровоточить, у меня был пародонтоз. Пародонтоз зажил и прошел палец, благодаря БЭМу и благодаря зубной пасте. Я, конечно, очень рад быть на таких мероприятиях и быть в этой корпорации Фо-Хоум. Я очень хочу поблагодарить вас всех, сидящих, вышестоящих людей. Я относительно недавно в этой компании, буквально, может, 3-й месяц, но уже у меня, уже сам стал спонсором. Молодец, очень приятно. Спасибо, Нуржан. Вы знаете, не мама верит в продукт, а ребенок верит. У нее одно из тяжелых аутоиммунных заболеваний называется болезнь Такаясу, когда сосуд головного мозга закрывается, у нее закрылся на 76%. И у нее не поступает в голову кровь. Естественно, она не хочет пить гормоны, она поверила в наш продукт. Ребенок, которому 14 лет, сам бы это поверил, и стал пить. И вы понимаете, что тяжелое заболевание, оно находится обязательно под наблюдением врачей. И когда через год они опять пошли делать снимок именно сосуда, ей сказали, ваш сосуд и также и закрыт на 76%. Она сказала, а почему мне стало лучше, почему у меня голова не болит, другие сосуды развились. И по этому вопросу я обратилась к одному врачу, генетику. Я спросила, почему вот сосуд, я поняла, что закрыт кровью же, ну тромбой. Я говорю, почему он не открывается? И тогда мне этот генетик объяснил, это не тромбы, это специальная слизь или там налет, который полностью закрывает, это аутоиммунные заболевания. Это сунчуфу не почистишь, так мне объяснил врач. Естественно, этому ребенку очень много даются капсулы сунчуфу в течение полтора лет. И вот еще она больше ничего не помогает, кроме нашей продукции. Поэтому она продолжает его пить. Очень много пьет сунчуфу. И вот недавно они пошли обычное обследование, как положено, через 1,5 года. И врач, который делает ей УЗИ сосудов, говорит, что вы пьете? Гормоны пьете? И Мадина так, да, пьем. На самом деле они уже 1,5 года не пьют эти гормоны. И врач говорит, я тебя хочу поздравить. Тот сосуд, который был закрыт на 76%, сейчас закрыт на 71%. 5% пошло открывание сосуда. Понимаете? Это тот результат, который я не ожидала. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто вышел. И хочу поблагодарить Тахира вот за эту информацию. Спасибо большое, что вы сегодня были.